тропических лесах Амазонии обитают свыше 2 миллионов разновидностей насекомых. Муравьи-листорезы – важная их часть. Колония этих муравьев насчитывает более 1 миллиона особей. Задача каждого муравья – отрезать кусочек листа и отнести его в муравейник. За сутки совместной работы муравьи способны срезать листья с целого дерева. Главное не отпускать листок при падении. Но возвращаться ни с чем муравей не может. Для максимальной эффективности и быстроты передвижения они расчищают свою тропу от мусора. Правда, иногда на их дорожку заползают непрошенные гости. У муравьев-листорезов огромный муравейник, который может уходить в глубину до 8 метров и состоит из 1000 комнат. Все эти листья муравьи несут в специальное хранилище. Эти листья муравьи используют для выращивания грибка, которым кормят свои личинки. Этот грибок приносит пользу муравьям, но есть грибок, смертельно опасный для них. Этот муравей странно себя ведет. Он отбился от всех и в одиночку карабкается вверх по стволу. Какая-то неведомая сила внутри заставляет его так поступать. Затем он крепко цепляется за листья и замирает. Монстр, сидящий внутри, начинает проявлять себя. Это грибок кордицепс. Это мешочек со спорами. Когда он лопнет, то споры попадут в воздух и заразят еще больше насекомых. Не одних только муравьев поражает эта ужасная болезнь.